Привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Сергей Футбол. И сегодня мне пришла посылка с Озон. Там, как я надеюсь, будут новые баночки для моей коллекции. Коллекцию я покажу отдельно в следующем видео. Ну а пока начинаем открывать. Так, последнее. Что осталось открыть? Этикетка. Все. Баночки Love Is. У меня таких еще нету. Поэтому я решил попробовать. Сейчас мы одну распакуем и посмотрим, какие там вкусы. Одна обертка и вторая. Мне кажется, вот это похоже на панки. Я уверена, что это что-то с панки связано. Апельсин. Так. Апельсин. Дальше у нас идет кокос. Да, кокос. Которую я не люблю, кстати. Потом еще идет микс какой-то. Ягодный. Все, ягодный микс. Теперь буду знать банановый. Как лимонад. Это яблочный и лимонный. И вишневый лимонный. Тут было 3 упаковки. Это банан. Клубника и банан. Очень вкусно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!